Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О том, чем запомнился этот день, расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Олеся Бедрева. Смотрите сегодня в выпуске. Клумба – место преступления. Почему молниеносно исчезают высаженные тюльпаны? Непреодолимые ступени. Известный в Бийске спортсмен уже год не может попасть в собственную квартиру. Берег морской или приусадебный участок? Куда бийчане планируют отправиться в отпуск? Знак исчез. Ремонт коммунального моста каждый день преподносит сюрпризы всем участникам дорожного движения. Жители города столкнулись с новыми правилами на выезде с понтонного моста. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства приняли решение убрать знак «Поворот налево запрещен» при выезде с понтонника. Знак вызывал возмущение горожан, и периодически автомобилисты в этом месте пренебрегали правилами, поворачивали по главной, по привычному маршруту. А потому главная дорога при выезде с понтонного моста вновь в приоритете. Место преступления – цветочная клумба. В Бийске участок около администрации, на котором высажены алые тюльпаны, привлекает к себе не только восторженные взгляды, но и руки злоумышленников. Как отмечают ведущие агрономы, ежегодно клумбы Наукограда редеют. Часто собаки роют землю прямо в них, вместе с тем ломая сами цветы. Взрослые и дети также наносят урон цветникам, проезжая прямо по ним на велосипедах и самокатах. Кроме того, некоторые бийчане спешат выкопать готовую цветочную рассаду с городских клумб и унести на свои личные. Отметим, что в ближайшее время в Бийске будет высажено более 300 тысяч различных цветов. А вот в каком количестве они будут радовать все лето, это зависит не только от специалистов по уходу за растениями, но и от самих горожан. Непреодолимая преграда. Известный бийский тяжелый атлет, член паралимпийской сборной России, уже год не может попасть в собственную квартиру. Почему установленный в настройке пандус на бумагах соответствует всем требованиям, а на деле бесполезен? Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Дмитрий Черемисин в инвалидном кресле уже практически 20 лет. Но, несмотря на это, ведет активный образ жизни, занимается спортом, где уже достиг высоких результатов. Дмитрий – член паралимпийской сборной России по тяжелой атлетике. Кроме того, эксперт по доступной среде. Но порой взять тяжелый вес на соревнованиях гораздо проще, чем сдвинуть непростую проблему в жизни. Вот вдоль всего подъезда пошла трещина. Вот, и постепенно она становится все больше и больше. Ну и, собственно, хотели сначала ремонтировать, а потом посмотрели и признали, что ремонту не подлежит, что дом аварийный. Вот, и все, вот с этого момента стали расселять. Вот, допустим, по нашему дому, по расселению, да, вот, те дома должны быть уже приспособлены в соответствии с законом, со 181 федеральным законом, уже изначально должны быть приспособлены для самостоятельного использования. То есть там должно все быть, но там ничего нет. Переселяться из аварийной пятиэтажки по улице Угольной бийчанам предлагают в новостройке. Но если доступ к квартире, где сейчас проживает Дмитрий, действительно комфортный, то в новое жилье доступ для него невозможен. Уже год Дмитрий Черемисин не может попасть в новые квадратные метры по улице Кутузова. И вот уже фактически год мы с администрацией ведем переписку. Я им пишу, что должно быть. Они пишут: извините, дом построен в соответствии с проектом, есть заключение экспертиз, все соответствует закону. На сегодняшний день администрация города дала ответ, что они не виноваты, что это долевое строительство, что это застройщик виноват, что это виноваты эксперты, что это виноват их проектировщик, но только не они. Найти виновных и ответственных, по словам Дмитрия, практически невозможно. В письмах администрация поясняет, что пандус установлен и прошел соответствующую экспертизу, а переделать его невозможно. Переоборудование пандуса и приведение его в соответствие с требованиями доступной среды через входную группу не представляется возможным, так как длина входной группы не позволяет выдержать требуемую длину пандуса с соблюдением необходимого угла наклона.
Отдельный пандус из балконного блока квартиры Дмитрия Черемисина обеспечил бы доступ в жилье ему и его матери, которая на данный момент ввиду болезни не ходит. Но такой вариант тоже невозможен. Дом на гарантии, пристройки запрещены. Мою маму мы затащим с помощью грузчиков и брата затащим. Чтобы съезжать, это, извините, он будет, наверное, на попе оттуда слазить, коляску за шею цеплять и на попе туда подниматься. Все. Или сидеть вообще безвылазно. А он у нас человек-то мобильный. Он молодой, ему еще ездить надо. Если она, человек старый, как говорится, посидит дома, то ему нужно все равно общение. Поэтому не знаем мы, куда еще обращаться и где, от кого искать помощи. Отметим, что установленный так называемый пандус в этой и подобных новостройках не помогает подняться не только инвалидам-колясочникам, но и другим маломобильным гражданам. Так, например, своего ребенка с особенностями двигательного развития Ирина Поткина несколько раз в день поднимает на руках вместе с коляской. Пандус у нас очень как бы неудобный. Была ситуация, у нас ее переделали, мы вообще не могли спуститься с большой коляской. Как бы вот в этой сложности есть, что неудобно. То опять же, я ее могу поднять, а другой человек, который на коляске, очень это тяжело подниматься. Нельзя сделать так, чтобы и им, и нам было удобно. Удобным стал бы откидной электроподъемник. Но на данный момент такой вариант не рассматривает ни управляющая компания, ни администрация города. Но Дмитрий Черемисин не намерен отступать в борьбе за доступную среду и направил соответствующие документы в Генеральную прокуратуру и администрацию президента страны для того, чтобы разорвать замкнутый круг проблем и преодолеть пока непреодолимую преграду в виде 7 ступеней лестницы. Это очень тяжело. Дарья Федоркина, Андрей Сигаев. Будни. И в продолжении темы доступной среды. Всероссийское общество инвалидов Бийска уже несколько лет борется за комфортный вход в свое помещение. Нам здесь не надо придумывать чего-то. Вот вход, дверь, открыли дверь, так уже тамбур, это самое, здесь сделали вот этот пандус, поручни сделали, тамбур проезжаешь, там тоже так же пандус сделали, поручни, все, ничего не надо больше. Тут ничего не надо, великих денег никаких не надо. И они, вот проект, я говорю, правильно, вы сейчас на проект 1,5 миллиона стратите, а на пандус у вас денег не хватит. Вот. И ну, тут... А деньги-то ведь отпускаются на доступную среду. Куда все это девается-то? В обществе инвалидов состоит более 500 бийчан. Но вот попасть сюда может далеко не каждый из них. Вход в помещение по улице Гилева, 15, где помимо общества инвалидов находится организация «Дети Ангела», затруднителен для посетителей. Родители вынуждены заносить детей на руках, а председатель общества инвалидов консультировать взрослых прямо на улице. Ну, мы обращались, я и в прокуратуру обращалась, и в администрацию обращались, и приглашали главу города, вот, что, чтобы сделали нам. Сделать можно, там есть и второй вход, но пока вот и ныне там. А далее реклама, не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Две по цене одной. В мае купи куртку или ветровку и получи вторую абсолютно бесплатно. Ермак, Митрофанова 35, остановка вокзал. Сети «Строймир» требуются грузчики, карщик, газорезчик. Телефон 8-960-947-79-99. Собеседование по адресу улица Яминская, 40, второй этаж. Быть мастером слова хорошо, но важно еще и быть мастером дела. На сцене Бийского государственного колледжа торжественно открыли региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года». В течение 3 конкурсных дней педагоги среднеспециального образования будут бороться за звание лучшего в своей области. Под громкие аплодисменты. На сцене 27 конкурсантов. Преподаватели и мастера производственного обучения из Барнаула, Бийска, Алейска, Рубцовска, Славгорода, Камня-на-Оби, Ярового, Ребрихи и других населенных пунктов Алтайского края собрались, чтобы определить, кто будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса «Мастер года». Компетенции также разные – от поварского дела до компьютерных технологий.
Я преподаватель гуманитарных социально-экономических дисциплин, приехала сюда дать открытый урок, мастер-класс по теме экономика развитого социализма. Ну, я буду представлять в номинации «Поварское дело». Завтра у меня по теме приготовления горячих закусок, а конкретно приготовление жульена в порционных корзиночках. Компетенция «Кондитерское дело» с мастер-классом по капкейкам. Приветственное слово, знакомство с участниками фокус-группы. От последних зависит многое. Как педагога встретят, как пройдет занятие, какие результаты будут достигнуты. Установить хороший контакт с учащимся – один из ключевых показателей педагогического мастерства. Здесь у меня будет группа детей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Я преподаю у такой группы детей в своем лицее, поэтому мне с ними общаться уже привычно. Ну, я ожидаю положительных эмоций. Основные конкурсные испытания, открытые мастер-классы, прошли сегодня. Готовились к занятиям тщательно, подбирали тему, знакомились с предоставленными площадками, тестировали оборудование. Подобные конкурсы повышают престиж учебных заведений, популяризируют новые идеи в области образования и повышают общий стандарт и качество профессионального обучения. Мастер года – это конкурс, который показывает нам, насколько талантливые у нас и преподаватели, и мастера производственного обучения, насколько они также развиваются, самосовершенствуются. И из тех детей, которых подчас общеобразовательная школа не смогла каким-то образом у себя удержать, да, и сделать из них выпускников 10-х и 11-х классов, да, как бы, то наши педагоги – это как раз люди, которые за те 2-3 года, которые студенты у нас учатся, они не только вкладывают в них знания общеобразовательной школы, но еще и помогают им освоить профессию. Подведут итоги уже завтра. Имя лучшего мастера назовут на торжественной церемонии закрытия конкурса. Победитель будет представлять Алтайский край на всероссийском этапе в Туле. Кристина Чернова, Андрей Сигаев, «Будни». Школьники из Барнаула приехали в Бийск, чтобы познакомиться с главной кузницей технических кадров Наукограда. Сотрудники политеха разработали и внедрили программу ранней профориентации. Мы в этом году разработали программу, она полуэкскурсионная, полупознавательная. То есть мы приглашаем детей из других районов, из других городов, вот, скажем так, из Республики Алтай, в наш город. Проводим профориентационные экскурсии в Бийском технологическом институте, показываем наши достижения Бийского технологического института. А затем дети посещают планетарии, музеи и другие достопримечательности города, которые тоже, ну скажем так, вызывают интерес у жителей Алтайского края. Здесь 50%. И горит. Какой здесь газ выделился? Практически в каждый технический вуз для поступления нужно сдавать ЕГЭ по точным наукам – физике, химии и профильную математику. Детям гораздо проще получать знания, если есть интерес. Именно на это и сделали ставку преподаватели Бийского института. Они хотят влюбить детей в науку, тогда экзамены не будут проблемой. В лекционные и практические аудитории приглашают не только будущих абитуриентов, но и школьников среднего звена. Ученикам в первую очередь показывают прикладную и практические части наук – химические опыты, опыты с жидким азотом, приборы, разработанные в этих лабораториях. И даже предлагают потрогать Луну. Затем рассказывают о специальностях и как поступить в конкретный вуз. В этот раз на экскурсию приехали почти 100 школьников из Барнаула. К слову, в нашем БТИ есть уникальные и редкие направления подготовки, которые точно могут заинтересовать учеников. Очень интересно было. Мне очень понравилось. Я хочу сюда поступать после школы. И к другим темам. Куда едут туристы? Этот вопрос волнует не только простых горожан, но и тех, кто ответственен за туризм в стране и крае. Специалисты в области делают прогнозы на предстоящий сезон. Есть основания полагать, что турпоток в Алтайском крае этим летом вырастет на 5-7%, на миллион больше, чем в прошлом году. Только за первый квартал 2023 года в регионе отдохнули 157 тысяч человек. В приоритетах у отдыхающих – санатории. Больше половины туристов едут на Алтай со оздоровительными целями. Общий объем платных услуг вырос до 2,3 миллиардов рублей.
И 60% из этой суммы приходится именно на санаторно-курортный отдых. Самым популярным курортом остается Белокуриха, следом – Яровое. Событийный туризм – еще одна привлекательная сторона Алтая. Ярким примером возросшего спроса стал прошедший в мае фестиваль цветения моральника на Бирюзовой Катуне. Его посетили порядка 40 тысяч человек. В целом, во время майских праздников в этом году с целью туризма и отдыха по региону совершили поездки более 85 тысяч человек. И по сравнению с майскими праздниками прошлого, 2022 года, показатель общего туристско-экскурсионного потока у нас увеличился на 12%. Солнечные летние дни уже близко, а вот только отпуск за пределами города может позволить себе не каждый бийчанин. По данным опроса сервиса «Суперджоп», у каждого третьего россиянина и жителя Алтайского края в том числе нет денег на курорты. Довольствоваться приходится отдыхом на даче. Мы спросили у бийчан, как они собираются провести лето. Выяснилось, что финансовый вопрос – не единственное препятствие на пути к морским берегам. Многих попросту не отпускает работа. Среди тех, кто все же намерен на лето вырваться из городской среды, есть и те, кто предпочитает отдыхать на Алтае. Планирую. Как далеко? В регионе? Иссык-Куле. Если получится, конечно. А финансовый вопрос как-то имеет значение? Как думаете вообще? Имеет, конечно, большое значение. Если бы не имел, то мы, наверное, бы больше ездили, правда? Особенно в наше время сейчас. Ну, работать только. Отдыхать нет. В городе останется. Ну да. Работа не позволяет. В городе проведете лето? Да. Нет. А по какой причине? Ну, потому что огород не отпускает. На даче, да, вы проведете? Да. Нет, не планирую. А по какой причине? Нет, тут нормально. Вы в городе время проведете? Обязательно поедем. За пределы региона? Ну, поедем в Горный Алтай. Ну, в планах есть, конечно. Но куда? Ну, лучше я предпочитаю эти места наши. В Алтайский край. Уже съездили. А где вы отдыхали, если не секрет? В Сосновом Бору. А лето проведете в городе, да? Да. В Сочи, как всегда. Каждый говорит, советский человек, а я, вы видите, советский человек. Несколько раз обязательно должен быть в Сочи. Вы уже не в первый раз, да? Нет, не в первый уже, в очередной раз. Потому что, ну, ездили за границу, ездили, но сейчас, сами знаете, за границу уже не уедешь. А теперь расскажем о погоде. 18 мая в Бийске будет переменная облачность. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление очень высокое. Влажность воздуха будет комфортной, но к вечеру она понизится. Возможны незначительные возмущения в геомагнитном поле Земли. Ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 11, плюс 13. На сегодня это все новости. Если у вас есть злободневные вопросы, обращайтесь в нашу редакцию по телефону 313-507. Мы постараемся вам помочь. Ищите нас в социальных сетях, обязательно оставляйте свои комментарии. Желаю вам прекрасного завершения рабочего дня. Увидимся завтра в эфире.